Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить Вора, золотое издание. Итак, мы с вами продолжаем проходить миссию Меч. Пробрались в прошлой серии в дом Константина, некого Константина. Вот, в принципе, обыскали первый этаж, нашли с вами некий ботанический сад. И... не знаю... Я не думаю, что этот, ну, этот сайт, этот сад мы, короче, с вами в этой серии будем исследовать. Но я не думаю, что он настолько большой, как бы, ну, хотя фиг знает, может, Константин какой-нибудь там барон, знаешь, выращивает себе там какие-нибудь плантации, вот, все-таки новый человек, так там охрана уже ходит, все-таки новый человек в городе, и о нем ничего не известно. Так, окей, не знаю, туда ли, сюда ли, ходов целая куча. Как бы тут не заблудиться. Окей, это ведет сюда же. Так. Понятно. Ну давайте, мы пошли в прошлой серии в эту сторону, немножко посмотрели. А, да, здесь у нас... Понятно, ладно, закроем, короче, дверцу. Типа мы там не были. А в комментах вы написали, что все в миссии будет, короче, нужно готовиться к тому, что будет много ловушек и много, как бы так сказать, сюрреалистичности. Вот. И это меня как бы, бляха, и заинтриговало. Вот. И как бы спасибо, что меня предупредили, как бы сказать, предупрежден, значит вооружен. Окей, будем иметь в виду. Так, ладно, здесь зал... Погоди. С какой стороны он идет? Тихо. Я в тень. Я скрылся в тень. Ладно, давайте. Ну, в принципе, не маленький сад, да. Смотри, я говорю, какие-то плантации, какие-то вон... красная трава какая-то. Какой-то мак, наверное, растет. Гера чем промышляет наш... Константин, вот вам и компромат на него. Жалко, нет фотика. Я бы сфоткал, отдал куда следует. Его бы прикрыли. Этого проныру. Так, оп. Бляха, бляха, бляха. Фу. Я думал, все пропало, шеф. Так, куда бы его... Ну, давай вот сюда. Вот здесь тенек. Пускай он здесь полежит. Так, минус один охранник. Одного мы с вами вырубили еще в прошлой серии. Окей, давайте. Поворот туда, но пока туда не пойдем. Давайте начнем вот здесь. Вот там еще, смотри, проходы. Еще бассейн, который ведет тоже... Хрен пойми куда, короче. Ладно, пока не поплывем. Давайте смотрим поверхности. Вылезем. Да бляха, вылези, говорю. Гаррет. Подтягиваться в детстве не учили, что ли? Так, ладно. Угу. Еще охрана. Так, тихо, 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 тихо. Наверное, никого. Сюда пойдешь или куда? Ага. Та-т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 а. Было опасно, но получилось. Но у нас получилось. Так, ладно. Я не знаю, ходит ли здесь еще какой-нибудь патруль. Поэтому давайте-ка бросим его куда-нибудь сюда. Так. Ага. Пенек. Окей, деревце. Деревце. Охренеть. Вы только посмотрите, здесь еще подводные всякие лабиринты. Вон туда, вниз куда-то. Здесь, я где-то здесь видел, да. Так, ну судя по всему, вот это нас приведет... Да, давай-ка проверим. Да, к деревцу как раз. Значит, этот поворот отпадает. Там есть, короче, туннель вниз куда-то. И он туда дальше. Ну ладно, все же давайте мы с вами поверху просто пойдем. Где мои стрелы с веревкой?
Огненная стрела с веревкой. Я хочу вон заглянуть. Так. Я же дерево выстрелил. А ну-ка, отдай мне стрелу. Я хотел, короче, взглянуть вон туда. Хотя, я думаю, это вот на втором этаже будет окошки. Я так предполагаю. Ладно, не буду я тратить стрелы, рисковать. Потому что что-то у меня куда-то в дебиря куда-то улетело. Короче, стрела. Окей. Так, здесь больше ничего нет. Да бляха. Что ты как стрекозел-то прыгаешь, Гаррет? Так, погоди, это нас вообще куда-то куда ведет? А, да ладно. А что-то я не видел такого прохода там в прошлый раз. Ага. А второй поворот под водой ведет вот сюда. Понятно. То бишь, остается только вон туда проплыть. Ну ладно, давайте-ка пока это оставим. Запомним, что здесь есть проход, короче, под водой. Да, залезь ты. Под водой куда-то в пещеру, поэтому... Тихо. Подверться. Ладно, давай-ка сюда зайдем. Уже это слышишь? Как будто, знаешь, такие были такие игрушки, такие резиновые. Уточка, знаешь. Так, ладно, это я заберу. Окей, хорошо. Реально, здесь смотри, плантации. Это у нас Герыч. Это у нас Кока. А это что? Химия какая-то. Окей. Ой, ёпти мать, ты посмотри только на это. Это как? Ничего себе, девки пляшут. Ну-ка, там, судя по всему. Я должен это посмотреть. Бляха. Я должен туда попасть. Так, стрелу я заберу. Ни хрена себе, камин. А стульчик такой маленький. Нормуль? Так и должно быть, это нормально. Так, окей. А, где моя стрела? С веревкой. Не зря, кстати, взял стрелы с веревкой. Не думал, что они так сильно уж пригодятся. Так, а здесь ничего нет, да? Эх. Не, ну конечно, этот. Камин вообще. Огонь просто. Так, ладно. Здесь, в принципе, делать нечего. Можно уходить. Жить, да? Ладно. Погнали дальше. Исследовать сад. А что, здесь нет никого? Здесь же был где-то этот... Охранники, мы слышали, да, охранники? Корыти нет ничего. А это не берется? Опа. Так. Да ладно.
Уже вторая дверь, которую мы не можем открыть с вами. Что ж там такое? Судя по всему, наверное, компромат там и лежит. Ты же был где-то, да? Мы слышали этого охранника. Я вот слышу топот охранника. Так, погоди, у нас есть ключ. Отлично. Так, так. А, ну и все, да? Это уборная. Ну как, уборная, кладовка. Уборная — это там, где туалет. Это у нас кладовка. Так, окей, а там мы были, тут мы были. Здесь мы были везде. А куда мы еще не ходили по поверхности? Так, здесь у нас надо сплавать будет. А мы не ходили еще. Где-то тут поворот был. Где здесь были? Здесь не были. Ой, здесь прям течение, смотри. Мостик. Бляха. А плавать-то нам и плавать еще. Такая молодая луна, короче, молодой месяц у нас. Так, ладно. Окей. Погоди, я отсюда пришел, да? Ага, я отсюда пришел. А, вон туда мы не ходили. Ладно. Так, отсюда я пришел. Там еще сейчас давай посмотрим, вот здесь еще какой-то проходик. Тихо-тихо-тихо. Так, надо понять, как он ходит. Тут сломанное дерево вообще какое-то. Он по-любому должен вернуться. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Охренеть ходов-то. Ты посмотри, там вообще какие-то пещеры. Так, ладно, давай здесь лежи. Как раз вот здесь. Это типа, знаешь, как в армейке такая курилка была, короче. Так, окей. Я пришел вот отсюда, да? Здесь мост. Ага. Здесь вообще какие-то дебри просто. Ты просто охренеешь. Говорю, маленький сад. Охренеть, охренеть. Ты посмотри наверх. Так, маховая стрела. Окей. Ну вот я не знаю, это деревянная штука или нет. Леха, рисковать стрелой я не хочу. Давай-ка, знаешь, как сделаем? Мы сделаем сейчас вот так вот. Если не получится, то... я загружусь, потому что... Да. Так, окей. Наверх нам не пробраться. Мы пошли по тоннелям. Запоминаем, мы еще не... Охренеть просто. Охренеть просто! Да ты только взгляни на это. Какая сеть лабиринтов просто. Это внутри особняка, ты прикинь? Это как? Как такое возможно вообще? Ой. Ой, а это я взял или что это? Леха, как бы не заблудиться-то. Погоди, тут еще одна есть такая штука. Ой, а здесь закрыто. Дырочка-то закрыта. Ладно, окей. А ну-ка. Посмотри, там проход. Вроде как.
Точняк. Бля. Да что ты не цепляешься-то, Гаррет, ну? Видимо, реально в детстве ты не подтягивался. Да в смысле? Ха, еще и разбился. Нормуль. Так, ладно. Попробуем немножко по-другому, чуть-чуть. Сейчас мы как-нибудь поближе выстрелим. Так. Гляди-ка. Почти зацепился. Да в смысле, Гаррет? Ну что ты? О, отлично. Уя, бляха. Ой. А если я туда прыгну, я смогу вылезти? А здесь я смогу пройти? Гаррет, нет! Что ж ты такой? Давай, давай! Давай, 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 давай! А что ты туда не лезешь-то? Гаррет. Давай, 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 давай! Я знаю, ты сможешь, ну, Гаррет! Давай, или туда нельзя? Давай, 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 чуть-чуть осталось. Ну, давай, ты сможешь! Давай, давай, Гаррет! Ого! Красавчик! Плёха. Что, мать его, залови... Где я? Третий этаж? Да ну нахер. Не. Какой нахер третий этаж? Идем отсюда. Да третий этаж вообще. В смысле? Охренеть, там еще выше. Не, Гаррет, нам пока сюда рано. Так, погоди, как я сюда залез вообще? А что, все, мне обратно не вылезти? О, отлично. Давай, давай, Гаррет, но... Гаррет, отлично. Ну давай рискнем. Рискнул. Надо, короче, знаешь, что сделать? Веревку, наверное, да? Так. Так, блядь. Че не спускаешься-то? Да спустись ты! Говнюка! Так, ладно. Получится, нет? Отлично. И все? Гаррет, выпустите меня. Только за маховой стрелой, короче, я сюда и сиганул. Так, ладно. Отлично, раз. Нет, нет, ты только не падай, эй. Случай, дорогой.
Так, окей. Стрила, мы с вами. Ладно. Бог с ним. Так, окей. Вообще какая-то дичь. Я уже забыл, откуда я пришел. Так, здесь у нас тупик. Давай пойдем сюда. А, сад. Да. Мы в саду находимся. А ну-ка. Погоди-ка. А! Мы сделали круг, оказывается. Все, здесь больше нет никаких ходов. Мало ли. Там я туда только что залазил, да? На третий этаж. Ладно. Может, здесь еще тоже какая-нибудь? Здесь, смотри, поворот есть. Так, ладно, вот это выход получается. Где-то поворотик такой. Поворотик-то где? Большая дырка. А, вот. Вы ж ты, блеха. Это все ведет в одну, короче. Все отлично. Так, окей. Здесь мы с вами разобрались. Здесь мы с вами разобрались. Куда мы не ходили с вами? Мы не ходили еще вот сюда, да? Или ходили? Блёха. Это что такое? Что я где открыл? Так, а это что? Куда? Этаж. Чуть открывается. Сложный замок, однако. Это что за зала? Просто охренеть, да? Особнячок. Третья дверь, которая не открывается. Охренеть, особнячок просто. Блёха, а вход-то какой? Устрашающий прям, да? Жесть. Так, ладно. Давайте сплаваем уж. Уж куда-нибудь. Ой, ёпте мать. Ёпте мать, не захлебнуться бы. Чё так медленно-то? Против течения, что ли? Давай, давай, давай. Кое-как, блёха. Что? Ты посмотри на размеры охранника и домика.
Жесть. Так, где это там охрана? Куда он ушел? Ой. Тихо, тихо, тихо. Да вот залазь быстро! Отлично. Это что такое? Зелье дыхания? Ух ты. Ты посмотри, что это за ручеек? Вот это вот я тебе говорю, ну смотри. Что это, бляха? Знаешь, это больше похоже на выход. Жесть. Вы придумали, а? Не, ну прикольно. Мне нравится. Где я вообще нахожусь? Вообще не... А, сад. Так, у нас есть зелье дыхания, если что, на всякий пожарный. Берется. Что? Хрена себе раковина. А это типа кольцо, знаешь, упало в это в отверстие. Я как будто сижу. Ни хрена себе. Каких тогда размер? Это что, охранник? Каких тогда размеров этот Константин? Ты только посмотри. Ты только посмотри. Не, ну прикольно. Где, вот это я смогу потушить, если что? Так. А интересно, а как это? Я вернусь обратно. Или я такой и буду маленький теперь? Так, там охрана стоит. Надо аккуратно. В смысле, что ты падаешь-то? Какой там жар. Так, тихо, аккуратно. Иди-ка. Кажется, привиделось. Ой, это жесть. Сыр с плесенью. Нормально. Я плесень такой собрал с сыра. Это типа маховая стрела. Прикол, бляха. Мне бы он туда перепрыгнуть теперь, да? Да в смысле? О, отлично. Так, а как мне теперь выход-то найти? А вот она, дверь. Как мне... Так.
заберу. А смысл? Нафига я сюда залез тогда? А, смотри, охрана ходит. Жестят просто по полной, бляха. Так, ладно. Я сейчас прыгну туда. Если долечу. Отлично. Стой на месте. Давай. Опс. Не буду я тут возиться с тобой, короче. Пускай здесь лежит. Так, мне нужно как-то выбраться отсюда теперь. Смотри, дверь открыта. Охренеть, просто размеры. А-та-тат! Кто ты такой? Что ты не вырубаешься-то? Уйди ты. Так, ладно, теперь будем стараться эту бомбу не тратить, потому что их осталось. У меня всего 4 штуки. Так, ну, в принципе, как если подумать, то выход может быть вон там. Или где-то бы. Хрен знает где. Так. Мне надо забраться, получается, на стул. И просрал стрелу. Так, ладно, делаем вот так. Что-то не рассчитал высоту. Так. Стрелу заберу. Ну, тупо стрелу теперь забрать. Попробую стрелу забрать. Отлично. Ай-яй-яй, а это теперь я потеряю, да, по-любому? Отлично. Отлично. Красивая книга. Или что это, книга, да? Люди часто говорят, тяжело голове, что носит корону. Впервые они изрекают истину. Я снова и снова твержу этим бедолагам не входить в мои личные покои. Они слушают. Они вообще слышат? Если они падут жертвой моего уединенного убежища, да будет так. Компромат. А, я нашел компромат. Зачем ему столько здесь? Что это такое эта штука? Где вода? Не плевальница же. Так, а как мне отсюда выбраться теперь? Кто подскажет? Э? Ладно, у меня видос, короче, подходит к концу. Останемся пока здесь, друзья. Вот. В следующей серии будем искать выход от Седова. Ваши предположения. У меня два предположения. Либо вон туда попробовать как-то, я не знаю, как-то залезть. По двери, может, там. По веревке. Тебе фиг знать, я не знаю, как это. Вот. Либо попробовать, как мы приплыли, ну как там же этот водопад. Хз. Вот.
Пишите в комментах свои догадки. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.